Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, начинаем новый влог, ну не влог точнее, ну влог вообще-то, да, покупки Магнит Косметик, кое-что будем тестировать. Я оформляла заказ в Сбермаркете, там в принципе нормальные цены, да, из Магнит Косметика есть доставка очень быстрая, сейчас покажу, что взяла. Ну что у нас здесь туалетная бумага, кстати, 320 рублей она стоит там у них, я всегда такую беру. Она была раньше по 200, по-моему, 70 лет по акции. Делюкс трехслойная Зева, да, 320 сейчас она стоит, 8 рулонов. Ну, зато она классная. Так, дальше. Все-таки я урвала гель, слушайте, Персил, 320 рублей. Для него это сейчас нормальная цена. И там была акция именно на гель для чувствительной кожи. Я его и взяла, Sensitive вот такой. Раньше, до порошка Фаберлик, я стирала только Персил много-много лет. Но сейчас он везде дороговато стоит, конечно. А приравнивается он к 3 килограммам 20 стирок. За 20 стирок 320, это еще по-божески. Взяла его, повторю, заодно освежу впечатление. Уже несколько лет не пользовалась. Так, Крестюшка там пакеты разбирает. Персил, он реально классный. Если где-то по акции удастся урвать. Я, кстати, Ксюша с рождения стирала Персилом. Никаких аллергий, ничего не было. Но он, естественно, дорожает, потому что Made in Germany. Я не знаю, кто у него... Германия. Кто у него производитель. Сейчас гляну, девчонки. Ой, тут так мелко. Так, изготовитель Россия, Москва. Вообще. И филиал в Перми. Но если, я не знаю, наш гель, не наш, наверное, тоже компоненты какие-то из Германии, может пропасть. Так, что у нас здесь с вами дальше? Дальше что? А, взяла на пробу маленькую упаковку под кузов Каспер. Они достаточно бюджетные, скажем так, но многие жалуются, что протекают и так далее. Но цена вопроса там что-то была совсем копеечная. Я взяла четверочку, вот у нас сейчас 14 штук на день, может быть, дома там попробуем их, да? Так, дальше. Коту взяла, кстати, никогда не брала, хотя Вискас он практически не подорожал, но захотелось мне чего-нибудь другого для него попробовать. Пурина One для поддержки иммунитета кошек с чувствительным пищеварением. У нас не чувствительный, но решила начать с такого. Вот пакет большой, по-моему, здесь 650 грамм и стоит 300 рублей. Много корма. В общем, попробуем, будет есть, не будет. Так, ты хочешь памперсы? На, бери памперсы. На, держи. По рекомендациям вашим в Телеграм, девчонки, я взяла вот такое мыло антипетин. Потому что девчонки тоже активно ищут замену средством Фаберлик, да, которые сильно подорожали. И там девочки хвалили вот эту серию. Есть на Озоне, на Вайлдберрис, но гораздо дороже, чем в магазинах бытовой химии, в том числе в Магнит Косметик. 50 рублей такое мыло. А здесь, я так понимаю, состав обычное хозяйственное мыло. Стабилизацию отключила, а то она на качество видео влияет. Поэтому мы с вами потрясемся, но состав мыла я вам покажу. Кому интересно. Так, сейчас и тебе я его отдам. Сейчас, где у нас состав? Сейчас найдем. Вот состав, смотрите, девчонки, кому интересно. Натуральные соли жирных кислот, масел, глицерин, желчь. Что-то там такой он приличный. Можете на паузу нажать и почитать. И вот как оно выглядит. Обычный кусок мыла, который не имеет абсолютно никакого запаха. Я видела на Озоне, оно есть и с лимоном. В общем, будем с вами обязательно его тестировать в этом видео на пятнах. Поехали дальше. Взяла еще вот такую влажную туалетную бумагу. Знаете, почему взяла? 99 рублей она стоит, и здесь у нас 8 штук, потому что в следующем каталоге Фаберлик появляется туалетная бумага, мне надо с чем-то сравнить. Я хочу понять, дорого Фаберлик или недорого. В общем, давайте с вами посмотрим. Сейчас пока откроем здесь. Клапан, в принципе, удобный. Все, отлепила. Достаем. Слушайте, по качеству похож на салфетки Фаберлик детские. Вроде не тканные, но нет, это ткань, не тканные, разве возьми в дорогу. Это обычные влажные салфетки. Никакой разницы. Просто я видела влажную туалетную бумагу других производителей подороже, она другая. Можно ли смывать? Я думаю, такие салфетки точно нельзя смывать. Состав у нас здесь с вами. Условия хранения. Извлечь салфетку, плотно закрыть. Можно ли ее смывать или нет? Если нельзя смывать, то уже они хуже Фаберлик, потому что фаберликовский будет можно снимать. Только для наружного применения. Угу. Не найду, сейчас буду искать, девчонки. Значок, если бы знала, не купила. Нафиг они мне нужны. Нельзя смывать, нужно в мусорку. Короче говоря, это будут салфетки влажные у нас для природы. Скажем так, скоро тепло, шашлык и так далее. Для этой цели их и оставлю, потому что на сайте информации про них нет. Влажных салфеток мне не надо. Я хотела туалетную бумагу, да, скажем так, а это влажные салфетки. Поэтому ерунда. Так, поехали дальше. Что у нас? Взяла. Многие девчонки хвалили, но мне вообще не нравится синергетика. Я считаю продукты крайне слабыми.
Но я не все пробовала. Средство для мытья посуды точно плохо пенится. Ой, завалилось. Цена была адекватная. И здесь у нас без кислородный, бесхлорный отбеливатель. Биоразлагаемый. Вот решила попробовать. Вроде как тоже линейка безопасна, но не очень слабенький. Попробуем с вами отбеливатель. Очень интересно. Так, что у нас здесь? Биоразлагаемый. Германский флаг тоже. Германия, Россия. Значит, тоже у нас с вами синергетик, получается, Made in Germany. Замачивать можно стирка на 5 килограмм белья, 2 стаканчика. На 5 килограмм. По 5 килограмм я практически никогда не стираю. Да? Будем пробовать, посмотрим. Еще взяла точилку. Кстати, такая же, как Faberlic. Стоит 60 рублей где-то с копейками. Faberlic, по-моему, дороже. Вот один в один, только другого цвета. Девчонки, то же самое, в принципе. Такая же крышечка, прям, ну, вот такие же клапаны здесь. Один в один. Точилка хорошая, кстати. И взяла тампоны. Прокладки у нас есть, на сайте появились. Чуть-чуть подороже, но они есть. На момент, правда, заказа не было их. Первый раз такие беру, на самом деле. Но цена была более-менее адекватная, а тампокс вообще нет, потому что, ну, они мне нравятся. Извините за подробности. Я вам сейчас покажу, чтобы вы знали, что это такое, потому что кто пользуется тампонами, девчонки, тампокс либо вообще исчезли. Но вот я на Wildberries нашла, они по 320 рублей. 16 штук, это тоже нормальная цена, тоже заказала. Ну, обычно, мне кажется, как у OBI, но дешевле в два раза, чем OBI, да. И объем их, в принципе, здесь большой, 16 штук у нас получается. Лафреш, кто пробовал, расскажите, девчонки. Ну, как расскажите хотя бы, нормальный и ненормальный. Все вам показала, теперь будем экспериментировать. Вместе с вами обязательно будем пробовать этот отбеливатель, мыло. И про подгузы тоже расскажу, кому интересно. И про корм кошачий обязательно. Будет он кушать или не будет. Сейчас пойду прям и угощу. Прибежал, накинулся, слушайте. Вот как он выглядит. Обычные кусочки, без подушечек. Из Вискаса он у меня всегда подушки выбирает. Максик, тебе нравится? Тебе нравится? Вискас с утра лежит. Вот, подушки выбрал, остальное лежит. Тебе вкусно? Ну, кушай, кушай. У нас еще пушистый. Этот корм вроде как он комочки шерсти, что ли, как-то более лучше, не знаю, переваривает. Чтобы он ими не стригил. Слушайте, ему очень нравится. Он прям кушает. Ну, пусть кушает маленький. Терсил потестировала в полной мере. Уже много раз им стирала. Что хочу сказать. Мне кажется, он лучше, девчонки, лучше стирал. Ну ладно, это у нас еще сенситив, да? Он как бы, наверное, деликатнее. Но, тем не менее, очень хорошо отстирывает. Вещи яркие, свежие, все отлично. Но, смотрите, с вот этим пятном... Сейчас как-нибудь так поставлю, чтобы на свою кофту не упал. Он не справился. Это Крестюшкин бодик. И здесь то ли от бананов, девчонки, то ли от чего. Вот эти пятна. И он не справился. Поэтому сейчас мы с вами будем тестировать антипетин, и потом в следующую стирку будем тестировать с вами синергетик, вот этот отбеливатель. У нас здесь по инструкции, согласно инструкции, мы должны загрязненный участок ткани намылить и оставить на 10-15 минут, потом смыть теплой водой. Ну, давайте пробовать. Намочила мыло, да? Мне не очень удобно, конечно, это одной рукой делать, поэтому сейчас я, наверное, намылю. И потом вам покажу. Намылила как следует, хорошо. Намочила и намылила все вот эти пятнышки. Оставляем с вами на 15 минут. Да, написано прям оставить на 15 минут и смыть водой. Якобы все будет отлично. Посмотрим. В общем-то уже полчаса прошло, ничего не изменилось. Сейчас попробую смыть водой. Девчонки, оригинально. Все пятна остались на месте, а цвет вот от этих собачек смылся. Представляете, я даже потерла руками. Пятна все остались на месте. А краска с ткани начала сходить. Не знаю, как это объяснить. Вот вам результат. Ну что, попробуем синергетик, где наша не пропадала, да? Замачивание на 2 литра воды, 4 колпачка. Огромный расход. Стирка на 5 килограмм белья, 2 колпачка. Я хочу прям налить на пятна. Мне уже терять нечего. Да, бесхлорный, кислородосодержащий, биоразлагаемый, отбеливающий. Для поверхности даже можно. О, как оно состав, кому интересно. Ну, давайте зальем. Колпачок сейчас понюхаю. Пахнет химией какой-то. Она такая приятная душка. Я прям вот так сделаю. У нас будет с вами замачивание, да? Даже если совсем полиняет кофточку, уже не жалко как бы. Она уже нам впритык, бодик точнее. И это место уже и так повредило мыло. Забыла сказать, мыло безумно агрессивное к рукам. Очень агрессивное. Прям руки портятся моментально, поэтому только в перчатках.
Там не только мыло есть такого от этого производителя, там есть еще какое-то жидкое средство в форме спрей, порошок. Но я читала отзывы на Озон, пишут, что мыло самое сильное. Вот смотрите, краску смыло, пятна оставила, да? Пятна от еды. Даже интересно. Не знаю, я, конечно, потом еще на чем-нибудь попробую, если будет прям что-то из ряда вон выходящее, обязательно сниму. А пока пусть замачивается в синергетике. Короче говоря, хоть это у нас и не пятновыводитель, отбеливатель, но ничего он нифига тоже не сделал вообще. Короче говоря, только карандаш Фаберлик справится. Не, ну я сейчас попробую, конечно, потру. Не, девчонки, три, не три. Вот это дело все на месте, хотя уж, мне кажется, скоро дыра будет. У меня как раз новый карандашик есть, достала. Девчонки, кстати, некоторые писали, что он сейчас слабее. У меня он выводил 10-летние пятна. 301-52, сейчас попробуем. Оторвала пленочку, и как мы с вами делаем? Ну, вот так пятнышки натираем, да? Тоже натираем и оставляем на какое-то время. Все, натерла, и они уже сразу посветлели. Поэтому хватит, девчонки, экспериментировать. Всякими синергетиками. Ну, не работает ведь. Я для посуды брала. Это такая грязь, вообще не пенится. С Фаберлик рядом не стояла. Хотя состав они позиционируют свой экологичный, да? Ну-ка глянем, где у них состав. Где у вас состав мелких шрифтом? Вот, смотрите. А, да тут и в составе-то так себе. Вода 30%. Т-танзиды, я не знаю, что такое, на основе глюкозы, по-любому тоже дешевый продукт. И активный кислород. Ну что такое активный кислород, кто не знает, может погуглить. На мой взгляд, состав вообще не рабочий. Здесь нет ничего, девчонки, чтобы могло отстирать. Вот, прошла. Все. Практически ничего нету. Ну и вот как справился наш карандаш. Правда, без подсветки, девчонки, телефон уже разряжается. Через одну минуту я сполоснула, и все. Мне кажется, сейчас кинуть, постирать, и будет нормально. Единственное, в этом месте ткань, конечно, пострадала, капец. Ткань здесь пострадала, да. Всякими вот этими вот средствами, которыми мы до этого пользовались. Особенно мыло, оно тут вообще все стерло. Сейчас закину в машинку, конечно, после таких экспериментов детскую одежду лучше постирать. Но, естественно, карандаш в 100 раз мощнее. Поэтому я больше даже не хочу, девчонки, экспериментировать. Вот это не знаю, не хочу. Видео буду заканчивать. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, пишите свои комментарии. Всех люблю, целую, всем пока.